внутри. Все время коротит какой-то сбой, неровный ритм, хронический, опасный треск, неяркий свет, поражение бумаг. И почему ты жив и трез, когда вот-вот зима? Сиди, смотри, я это дверь, сгорели сухом, случайный взгляд, случайный мир, ведь ты мне не знаком. Я равновесие держу, но все сильнее крен. Представь себе, какая жуть проснуться в октябре. И выпись эту прыть. Ты не сумел, ты вышел весь, ты вышел из игры. Не в параллельные миры, а просто вышел вон. Не в параллельные миры, а просто вышел вон. Сиди, смотри, как этот мир скорее летит кутком. Случайный взгляд, случайный миг, и ты мне не знаком. Выпустила свою книгу новую и передала нам. Мне кажется, это намек, девочки, не пишите херни, вот вам, извините, фигни, вот вам готовый сборник текстов, да, вот тебе, это мне, видите. И фотографию вот хотел сделать. Успели? Успели. Вот, поэтому мы теперь можем пользоваться. Все, спасибо. Хорошего вечера. Светлана Зурганова!